Тем временем Малиновский суд объявил о поиске переводчика с азербайджанского языка. Без соответствующего специалиста невозможно продолжать суд по делу убийства чемпиона Европы по тайбоксу Сергея Лащенко. Судебный процесс длится уже 3,5 года. Подозреваемого Бабека Дамира Глыгасанова в Одессу из России экстрадировали в феврале 2017 года. Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины обратился в посольство Азербайджана. Кроме того, прокуратура Одесской области отправила соответствующие запросы в университет имени Мечникова и педагогический университет. На сьогодні ми, на жаль, також не продвинулися у зв'язку з тим, що немає перекладача, не дійшли відповіді від територіального управління судової адміністрації, що вони є лише розпорядниками коштів і що обов'язок знайти перекладача – це лише обов'язок суду. Було надано список бюро перекладів, які можуть надати перекладачів, однак секретар зв'язувалась з ними, в них немає перекладача з азербайджанської мови. В апреле 2015 года на территории еврейской больницы Сергей Лащенко получил смертельное огнестрельное ранение в сонную артерию. Следующее заседание состоится 21 декабря.